Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Мене звати Валентина Самара, і ви дивитеся питання національної безпеки. Програму аналітики та розслідувань Кримського центру журналістських розслідувань. Як і обіцяли, далі розмова про реалістичність повернення так званих кримських боргів Приватбанку. Мільярдних боргів кримським вкладникам банку, який уже 2 роки як державний, але ситуація та ж сама, і що й була, коли він належав олігархам Коломойському та Боголюбову. Гроші не віддають, вірніше, обіцяють віддати, якщо будуть судові рішення. Що ж робити? Гість-студія, адвокат Дмитро Дугінов, який веде десятки справ кримських вкладників, гість нашої програми. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Дмитре. Отже, з чого починати треба людям, які все-таки хочуть повернути свої гроші? Буквально минулого тижня до мене зверталися кримчани, у яких також великі проблеми, які не можуть ніяк добитися навіть до відповіді від банку, який тепер державний, знову ж таки наголошую, чи збереглися ті самі гроші, де вони знаходяться фізично і так далі. Тобто вони збираються зараз, от люди, які щойно переїхали, в надії, що раз вони вже на материковій вільній території України, тепер їхня проблема з Приватбанком має бути вирішена. Але ні. Да, к сожалению, это так. Быстро эта проблема не решается, и это мы поняли благодаря тому, что с момента блокировки счетов весной 2014 года прошло уже больше 5 лет. Позиция банка, которая была выработана в 2014 году, мы не можем отдать вам деньги, потому что у нас все имущество и все средства на территории полуострова украли оккупанты. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к Российской Федерации и требуйте возмещения ваших средств от нее. Если... Эта позиция практически не изменилась. Она не изменилась даже после того, как банк стал государственным. То есть было много надежд, но, увы, они практически не оправдались. Банк, как и раньше, продолжает игнорировать обращения вкладчиков за получением своих денег, поэтому у них не остается никакого другого выхода, как обращаться в суд. Суд – это дело не быстрое, не всегда эффективное. Тут есть еще проблема, связанная с оформлением документов, которые выдавал банк. Так как он много лет позиционирует себя как самый зеленый банк, минимум бумаги, максимум всего в электронном виде, крымским вкладчикам, увы, это вышло боком. Потому что многие не имели бумажных договоров, квитанции о внесении средств. Люди открывали депозиты онлайн через Приват24, по сути, у них не было ничего. В интернете, в своем аккаунте в Приват24 они могли видеть эти деньги, управлять ими, снимать, переводить и так далее. Но это все действовало до тех пор, пока, скажем так, IT-специалисты Приватбанка после блокировки счетов мало того, что просто заблокировали возможность для вкладчиков крымских распоряжаться своими деньгами, так и информация об их вкладах вообще исчезла из Приват24. Многие сталкиваются с проблемой, о которой я сейчас сказал, отсутствие документов. То есть в суд можно пойти только если у тебя есть депозитный договор, надлежащим образом оформленный, квитанция или платежное поручение о переводе средств, то есть о внесении средств на депозитный счет. Если у вас этих документов нет, либо же нет какого-то одного документа, то идти в суд можно, но практически бессмысленно. Суд откажет. Хорошей подоплекой для того, чтобы выиграть в данной ситуации, было бы подтверждение наличия остатков средств, которые может предоставить банк. Но банк эти остатки не предоставляет. Это было в 2014 году, это есть в 2019 году. Позиция о том, что у нас нет никакой информации, она сохраняется. Несмотря на то, что существует документальное подтверждение, те же переписка господина Шлопака, председателя правления, уже первого председателя правления уже государственного Приватбанка, который обращался в феврале 2017 года, через несколько месяцев после национализации, к правительству, описывал ситуацию, указывал точные до копейки суммы обязательств банка перед своими крымскими клиентами и просил под эти обязательства получить дофинансирование из бюджета в размере то ли 9 миллиардов гривен, то ли 14 миллиардов гривен. Определиться он с суммой не смог. Государство не докапитализировало банк в этом направлении, поэтому ситуация с крымским вопросом осталась такой же. Але ж ми згадуємо, що в 2014 році начебто Національний банк України давав рефінанс Приватбанку, в тому числі для погашення втрат кримських вкладників.
Да, действительно, это было. Это было в конце весны 2014 года, когда Национальный банк выдавал очень много кредитов рефинансирования всем банкам, в том числе и Приватбанку. Около 1,1 миллиарда в долларовом эквиваленте было предоставлено рефинансирование под залог крымской недвижимости. Тут вопрос хороший. Крымская недвижимость, согласно балансовым отчетам Приватбанка, стоит 203 миллиона гривен. Это одно. Имущество в целом Приватбанка, неизвестно какое имущество, как бы его хватило для того, чтобы покрыть и убедить Национальный банк, что он может выдать Приватбанку для возобновления нормального функционирования и расчетов с крымскими клиентами больше миллиарда долларов. Это действительно было так. Увы, эти деньги до вкладчиков не дошли. Они были через 30 компаний рога и копыта, выведенные на офшорные счета. После этого эти компании были обанкрочены, деньги исчезли. Все. І це епізоди у кримінальних справах, які все ще розслідуються. Але навіть якщо вони будуть розслідувані, гроші це не повернути, я так розумію. Так. Поки що. Поза тим, існує вже дуже багато, в тому числі і вашими стараннями, і стараннями вашої організації, позовів, які вже виграні в судах. Є вже виконавчі провадження, однак банк і в цьому випадку, коли вже є виграні, що називається, по суду, судові рішення не виконує. Да. Скільки таких грошей, давайте спочатку, скільки Приватбанк заборгував юридичним та фізичним особам, які мали свої рахунки, депозити у кримських відділеннях банку, скільки із них людей уже, чи юридичних осіб, виграли суди і мають уже на руках виконавче провадження, що називається, да? І скільком відмовлено, наскільки це перспективно судитися? Действительно, на момент блокировки счетов обязательства по вкладам Приватбанка перед крымчанами составляли 7 миллиардов 382 миллиона гривен. Это официальная информация, она есть в балансе банка за 2014 год, то есть как бы есть такая сумма. В дальнейшем, если принять во внимание, что большинство вкладчиков Приватбанка получили компенсацию от Российского фонда защиты вкладчиков. Ну, это были, скажем так... А есть эта цифра? Також сумма? Если я не ошибаюсь, то более 50 миллиардов рублей фонд защиты вкладчиков потратил на, на компенсации вкладчикам не только Приватбанка, а всех украинских банков. Естественно, он не покрыл полностью, это было частичное покрытие, то есть в основном были погашены обязательства физических лиц, которые не превышали эквивалент 700 тысяч рублей. Те, у кого вклади превышали, в дальнейшем, после 2014 года, за счет продажи имущества Привата в Крыму, ну, осуществлялись планомерные выплаты, достаточно небольшие. Ну, так и не продано, что было самое главное. Потому ну, что-то продали, что-то продают уже 5 лет. Ну, Фарос был продан, условно продан профсоюзом Татарстана, на самом деле, клану Шаймиева, это известно, да, но и Коломойский судится за эту недвижимость. Успешные есть уже решения суда, хотя и промежуточные, по-моему, по Бербеку, по Фаросу, по-моему, тоже. Поэтому это тоже в судах, но в международных арбитражах. Да? Хорошо. Сколько людей выиграли уже здесь, на территории свободной Украины, выиграли иски? Не знаю, более двух тысяч. Более 2000 исков физических и юридических лиц удовлетворены. Некоторые из них уже прошли все стадии, все три стадии. Определенный процент вкладчиков уже получил свои деньги, потому что, ну, все-таки за эти пять лет они успели отсудиться, и, несмотря на все препоны исполнительной службы и Приватбанка, таки взыскать свои средства. Но это не все вкладчики, то есть и не все, кто выиграл. По сути, Приватбанк выполнил решение судов перед своими крымскими вкладчиками в размере примерно 500 миллионов гривен. То есть это в разы меньше, чем он должен на самом деле. Остается трудно назвать сумму, потому что сумма варьируется в зависимости, в том числе, от того, как долго рассматривается дело. Чем дольше рассматривается дело в суде, тем постепенно вырастают и вырастают штрафные санкции. То есть если вначале человек подал иск там, на возврат депозитов 50 тысяч долларов, да, то благодаря тому, что судебная система у нас, увы, работает достаточно медленно и неповоротливо, идет время,
проходит месяц, полгода, год, даже больше года, естественно, период начисления штрафных санкций увеличивается, сумма задолженности банка увеличивается. Поэтому назвать точные цифры очень трудно. Хочете переконати, що чим скоріше Приватбанк почне віддавати гроші, тим дешевше це буде державі. Да, это действительно так. Благодаря закону о защите прав потребителей у вкладчиков банковских учреждений есть право требовать от банка в связи с невозвращением депозита пеню в размере 3% за каждый день просрочки выполнения обязательства. Ого. Это суммы, которые в минимум составляют 100% вклада, максимум могут превышать больше. Тут зависит от того, от конкретного судьи или суда, коллегии судей, которые рассматривают это дело. Оно может быть меньше 100%, может быть больше. Если, к примеру, взять официальную информацию, опять-таки, из финансовой отчетности банка за 2018 год, то у них там есть цифра 5 с небольшим миллиардов, это условное обязательство перед крымскими клиентами. То есть это та сумма, которую банк рассчитал, исходя из поданных исков, которые рассматриваются, и ориентировочно добавил к самим депозитам штрафные санкции. Так как практика взыскания пени по закону о защите прав потребителей еще не очень широка, мало кто ими пользуется, то в ближайшее время, так как появились уже несколько положительных решений Большой палаты Верховного суда, которая наконец-то поставила точку в этом вопросе, а именно насчитывать пеню на что? На проценты по вкладу или на сам вклад? То есть раньше насчитывалось на проценты, это была крайне незначительная сумма. Теперь Большая палата Верховного суда решила, что пеня должна начисляться не на проценты, а на всю сумму удерживаемых средств. То есть это и вклад, депозит, и проценты, которые банк должен был начислить клиенту до момента его обращения в банк с заявлением о расторжении договора. То есть, грубо говоря, если те вкладчики, суммарная сумма требований к банку, которых сейчас составляет около 5 миллиардов гривен, подадут иски к банку о пене, то, по сути, в принципе, минимум суммы компенсации по ним, по всем, может составить те же 5 миллиардов. То есть, мы не самая богатая страна в мире, у нас есть много проблем, и государственному бюджету есть на что финансировать деньги. По сути же, Приватбанк игрой в молчанку, которую начали еще предыдущие собственники, но которая продолжается сейчас, наносит ущерб государственному бюджету и всем с вами нам. Потому что когда банк национализировали, очень много денег было внесено из государственного бюджета для того, чтобы он не лопнул. Придется внести еще больше. У нас лишается не так багато часу, 5 хвилин. Я б хотіла, щоб ви їх присвятили для того, щоб розповіли, можливо, про тактику, можливо, про те, яким чином за нових обставин, за нової влади вже прискорити вирішення цього питання в принципі. От, що називається, щоб була політична воля якась висловлена, а потім вже шукалися якісь шляхи вирішення проблеми, шукалися ресурси, шукалися, не знаю, реструктуризація якась цього боргу, йшли домовленості із вкладниками, врешті-решт, це тепер державний банк. Я знаю, що ви зустрічалися із постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, це юрист-міжнародник, правозахисник відомий, йому не потрібно розказувати про те, наскільки дискриміновані кримські українці в зв'язку з взагалі з подіями, які були із Приватом, і в зв'язку з тим, що тодішні керівники Приватбанку також лобіювали закон про вільну економічну зону Крим, який зробив усіх нас нерезидентами і обмежив у банківських послугах. Дискримінація за географічною, можна сказати, ознакою. Ви зустрічалися з провідними правозахисниками. Яку тактику, якщо це не секрет, ви обираєте зараз? Чи зміниться щось у тому, що ви робили раніше? Будь ласка. Да, спасибо за вопрос. Действительно, наша тактика сейчас, мы опять вернулись к вопросу, который мы занимаемся уже последние несколько лет, это создание при Министерстве финансов, при акционере Приватбанка, рабочей группы, которая могла бы с привлечением Министерства финансов, Приватбанка,
Национального банка, ну и, естественно, самих клиентов Приватбанка, либо же их представителей, решить данный вопрос. Ситуация на самом деле простая да нельзя. Вопрос заключается в следующем. После национализации банка, когда я встречался с госпожой Маркаровой, мы обсуждали с ней этот вопрос, и она ответила мне следующее. То есть, ну, это позиция и Министерства финансов, и Нацбанка, и в целом позиция правительства по этому вопросу, также сформированная в начале 2017 года, и она не изменилась. На балансе банка на момент вхождения государства в акционерную стоимость банка не было обязательств перед крымскими вкладчиками. Они были сняты еще в ноябре 2014 года благодаря договору о переведении требований, заключенным между Приватбанком и аффилированной с ним компанией «Фенилон». То есть для того, чтобы вот все эти миллиардные обязательства на балансе банка не висели, банк решил заключить вот такой договор и формально снял с баланса банка эти деньги. Если данный договор признать ничтожным, а это, ну, элементарно, по законодательству, если банк в данной ситуации, передавая свои обязательства финансовой компании «Фенилон», должен был известить своих кредиторов, крымских вкладчиков, он этого не сделал, договор недействительный. Но для того, чтобы признать его недействительным, необходимо хотя бы видеть его, а получить его невозможно. Он есть в Приватбанке, но Приватбанк его не отдает, прикрываясь банковской тайной. Больше того, когда мы в судах не в одном процессе, а в нескольких просили суд истребовать данный договор и все дополнения к нему, и суды удовлетворяли наши требования, Приватбанк все равно их не предоставлял. То есть, ну, ситуация патовая. С одной стороны, на балансе банка денег нет, поэтому как бы, ну и взятки гладкие. С другой стороны, если отменить этот договор переуступки прав требований, то все вернется на круги своя, деньги появятся на балансе банка, и тут уже банку некуда будет деваться, ему нужно будет отдавать деньги. Почему банк этого не хочет, ну это понятно. Тактика, которая работает 5 лет, она ему выгодна. Ведь эта информация официальная, эта информация Приватбанка за 2017 год, она ее предоставлял о том, что благодаря, ну он, конечно, не писал о том, что благодаря их нечестной практике, да, но тем не менее мы понимаем, что благодаря тактике представителей банка в судах, которые отказывались признавать своих клиентов таковыми, отказывались признавать документы надлежащими, около 500 крымских вкладчиков проиграли дела. Общая сумма на тот момент проигранных дел составила 500 миллионов гривен. То есть это приличная сумма. С одной стороны, в 2014 году банк заблокировал все счета и послал, по сути, всех своих клиентов подальше. Они были вынуждены обратиться в суд, пройти судебные инстанции, проиграть в этих судебных инстанциях по вине банка, потому что документы, которые у них были, им выдавал их банк. И банк, к сожалению, оформляя данные документы, в том или ином объеме нарушал установленные нормы законодательства. Если формально подходить к вопросу, да, не депозит, если формально. Если в комплексе, конечно, депозит. Но, тем не менее, люди были обмануты дважды. В 2014-м, когда деньги были заблокированы, и в дальнейшем, через несколько лет, когда они проиграли суды с банком. Вот для этих людей единственной возможностью сейчас вернуть свои деньги, я уверен в том, что вопрос не поставлен. Да, они проиграли. Да, они прошли все три инстанции, им отказали, но точку в этом вопросе не поставлено. Если вернуть... Точку поставит Европейский суд по правам человека? Я надеюсь, что да. Тобто ви зараз займаєтеся тим, що вже готуєте кейси для ЄСПЛ, так? Безусловно, ми готуємо ці кейси, тому що, ну, дійсно, вже пройдено ряд етапів, на яких видно, що і банк не виконує свої обов'язки, і государство ніяк не захищає своїх громадян в цьому питанні. Дякую дуже. Дмитро Дугінов, адвокат і голова Ради із питань захисту прав споживачів фінансових послуг, докладно розповів сьогодні. Хто не зрозумів або й недостатньо, читайте статтю Дмитра Дугінова, яку він підготував спеціально для сайту Центру журналістських розслідувань. Дякую вам дуже. Не прощаємося. Я так розумію, у нас нова хвиля активності у напрямку до повернення прав громадян України, які були дуже-дуже порушені ситуацією із Приватбанком. Побачимося за тиждень у програмі «Питання національної безпеки». Будьте здорові та інформовані. До побачення.